Получено за помощь. А, это просто помощь, да? Ясно. В смысле? Какая ли? Приветствую, Булмар. Не переменилось ли решение твоей дочери, пока меня не было? А где она? Именно, госпожа, и все благодаря этой чужеземке. Что ж, я благодарю тебя, незнакомка, Елена, пойдем со мной. Подождите, мне нужно попрощаться с Мишей. А можно я, да, ограблю тут сначала? О! To me, my allies, I shall lead. Oda. Кольцо ясных дум. Эй, о, куда? В атаку! Пока, Миша. Хорошо, следуй за мной. О, да. То очень непробиваемые двери. Да, что-то вообще непонятно. Что я сейчас сделал? Отправил ребенка на какое-то испытание, блин. Обманули. Тебя вообще непонятно, да? Какие-то невнятные тетки приходят, забирают детей, блин. Ну, я опыт получил, ладно. Как говорится. А это что такое? Так, нам сейчас надо в тень. В портал. Давайте пойдем. Духовной энергии все меньше, да? Я все пью, мне все хуже и хуже. Так, что за кольцо ясных дум? Телек плюс 3, да, ему это надо. Этот Миша тот еще. Интеллектуал. Усилить его. Куда больше-то, елки-палки. Опа! Куара? Пожалительница духов, поговори со мной. Здесь у меня мало времени, но мое племя может помочь тебе узнать о твоем даре. Что за дар? Твой дар — это твоя способность пожирать духов. Существа, обладающие таким даром, высоко почитаемы в племени холмов. Дар? Это не дар, а проклятие. В этом тебя пытаются убедить ведьмы. Они хотят использовать тебя так же, как и предыдущих пожирателей духов. Либо манипулировать, либо убить. Что тебе известно о ведьмах? Ведьмы, правящие Мулсантиром, долгое время охотятся за племенем холмов. Если бы они поймали меня здесь, то я разделил бы судьбу своих родителей и многих представителей своего народа. Почему-то рискнул заговорить со мной. Меня послал мой дед, вождь Уджук. Он хочет поделиться с тобой знаниями о твоем даре. Это знания, которых тебя хотят лишить ведьмы Мулсантира. Я не могу тебе больше ничего рассказать, но мое племя очень хочет встретиться с тобой, пожалительница духа. Ты придешь к племени холмов? А где находится твое племя? Ты найдешь племя холмов у колодцев Люр. Обычно мы прячемся, но я буду ждать твоего прихода, пожалительница духов. Мне нужно идти, здесь я в опасности. О как. Выясняется. То есть тут, оказывается, не все так просто, да? Мулсантирик к вам обратилась девочка по имени Куара. Утверждает, что ее дедушка – вождь племени горцев, который живет в колодцах Люру. Много знает о проклятии пожирателя духов. Прежде чем уйти, Куара отметила колодцы Люр на вашей карте. Окей, ладно. Так вот, век живи, век лечись. Че, ждем темноты. Пошли в портал. Что ж поделать? Сейчас надо все тут обойти. Но с кем дальше путешествовать, я понятия не имею, честно говоря. Тоже вот опять дали выбор, блин. Опять всю команду брать нельзя. Опять кого-то надо оставлять. Почему, блин? С чего? Да так его за карампуцами, блин. Тоже мне
Призрак ужаса, блин. Ну, где там эссенция? Пошли. С таким танком, с количеством сил 37, блин, можно вообще не париться. Что? Я все бью, но ничего не выходит. А здесь было открыто? Или стоп, или это я... А, подожди-ка. Ой. Понял. То есть теперь как бы я тут и так могу ходить. А раньше было вроде закрыто, да? Окей, ладно, хорошо. Хорошо. Я, короче говоря, знаете, я буду смотреть за этим. Если у меня получится нормально, адекватно использовать вот эти все способности, да, если не будет, нафиг, через дебаг-мод буду возиться и пошло оно все лесом. Но на самом деле, вот серьезно, я ненавижу такие ограничения. Это реально, это банально, как по мне, это банальное ограничение, знаете, вот чтобы тебе слишком легко не было. Потому что если подумать, ты же постоянно можешь отдыхать. После каждой битвы ты можешь отдыхать, в принципе, да? И как бы ты отдохнул, все восстановил. И тут типа, такое ограничение, что вот, пожалуйста, у тебя время там уходит, и ты уже отдыхать так легко не можешь, соответственно, тебе нужно экономить заклинания, слишком часто не отдыхать и так далее. Ну, блин, зачем это? Как бы, а без ограничений вот никак нельзя было обойтись? Можно было как-то более адекватный способ найти? Как говорится, а то какая-то херь получается. О, здрасте. Такой храбрый, такой мертвый! А духов-то не так легко достать, да, я хочу сказать. Вы меня отравили, кстати. Обратите внимание. То есть эта эссенция духа не такая уж и... Что это сейчас было вообще? Закружилось, блин. Так. Мы взяли того, кого надо, да? Все нормально. Да. 32 против 20. Крема... О, кстати, давайте-ка с этими писцами поговорим. Может, они мне что скажут полезного про это проклятие. Может, скажут. Может, и не скажут. Песцов жрать можно? Песцов. Хранилище. Ну, сейчас. Сдурел, что ли? Поглотить песцов. Слушай-ка, а я могу... Ой, сейчас. Использовать сдерживание. Интересно, сейчас. Давайте-ка сохранимся. Интересно, да, что я могу только голод выпустить, а сдерживание не могу использовать. Странно как-то. Это поглощение. Угу. Ну, то есть одно в день. 93. Ну, так себе, честно говоря. Будем откровенны. Ну, жрать все равно придется их. То есть, как бы мы отдыхаем. Жрать все равно придется, да?
Печально, что я могу сказать. Ну, по крайней мере, оно работает. Это сдерживание. Здрасте, жрец. Как ваше ничего? Дух жреца все еще отказывается с вами разговаривать. Жрец, ты отказываешься со мной говорить, поэтому мне придется поглотить тебя. Неудача. Жрец, просто смотрит нас, очевидно, он вам не поверил. Попробуйте мне в печи свои способности. Вы чувствуете, что в печи находится огромное количество духов. Убийцы, насильники, обычные воры, даже несколько невиновных. Все они были сожжены в печи и обречены находиться в ней. Постой, что ты делаешь? Я чувствую, какой силой ты обладаешь. Кто ты такая? О, здрасте, заговорил. Я пожирательница духов. Пожирательница духов? Я плохо помню то время, когда был еще жив. Я был верховным жрецом Меркула, бог никогда не доверял мне из-за моего предшественника Акачи. Что сделал Акачи? Он предал Меркула и был наказан. Меня призвали сменить его на посту верховного жреца, потому что я был наиболее далек от его круга. Как наказали Акачи? Я не помню наказания, я помню лишь то, что Меркул остался им доволен. Наверное, он был, но было просто ужасным. Кого здесь сжигали? Кроме меня, всех преступников веры, которых мы держали на нижнем уровне, кремировали здесь после того, как они умирали в камерах. Значит, в печи обитают только духи преступников? Большинство из них преступники, но, разумеется, среди них попадаются и невиновные. Мне очень тяжело об этом думать. Дитя – один из невиновных. Откуда ты знаешь, что дитя невиновно? Потому что он мне так сказал, и я ему верю. Его облыжно обвинили в избиении членов своей семьи и поджоге храма Меркула. Ни один ребенок на это не способен. Дети не способны творить зло. Наверное, у тебя просто никогда не было детей. Белли, у меня был сын. Его и мою жену убил преступник, дух которого сейчас находится в печи. Я лично провел сожжение этого чудовища. Я не смог дождаться, пока он сдохнет в своей камере. Ты имеешь в виду Громилу? Не связывай меня с ним. Из всех заблудших душ в печи он заслужил эту судьбу больше, чем кто бы то ни было. На какие вопросы я должен ответить, чтобы ты больше не тревожил нас? Что это за дух дитя, с которым ты разговаривал? Дитя – один из сильных духов, который обитает в этой печи вместе со мной. Когда я был жив, дитя часто являлось мне как один, говорящий от имени множества. Теперь этим одним являюсь я. Кто такой один из множества? Что такое множество? Множество – это тысячи душ тех, кто был сожжен заживо в печи Меркула. Один из множества – главный дух, ведущий за собой множество. Кого здесь сжигали? Ага. Духи преступника, тени виновна. Громила. Расскажи мне о Громиле. Я больше не буду о нем говорить. Что это за место? Это крематорий, хранилище Меркула, печь, перед которой я стою, стала жилищем для меня, равно как и для многих тысяч душ тех, кто был сожжен здесь. Другие вопросы. Кого здесь сжигали? Почему тебя сожгли? Вскоре после того, как моего бога Меркула убила Мистра, это хранилище взяли приступом последователи Кирика. Мы едва успели запечатать нижний уровень, прежде чем они ворвались сюда. Мародеры Кирика убили всех, кроме меня. Меня пытали много дней, пытаясь узнать, как открыть ворота в нижнее хранилище и выкрасть самые ценные сокровища Меркула. Я не уступил, поэтому они бросили меня в печь, и меня постигла та же судьба, что и тех, кого я сам приговаривал к этой участи. Дипломатия, наверное, ты испытал жестокие мучения, мне жаль. О да, я страдал. Сработал? Непонятно. Из всех воспоминаний о моей жизни у меня осталось лишь наиболее болезненные. Но мне нравится думать, что все это было не напрасно. Если бы не мое упорство и мое довольно болезненное убийство, последователи Кирика сумели бы проникнуть на нижний уровень и осквернить хранилище Меркула. Дипломатия. Твое самопожертвование было не напрасным. Нижний уровень, а хранилище остался запечатанным. Это приятно слышать. Я пережил ужасные пытки как перед смертью, так и после нее. Возможно, мне никогда не освободиться из этой печи, но я смогу переносить свое заключение легче, зная, что принесенные мной жертвы были не напрасны. Проявление симпатии к этому измученному духу немного ослабило ваш голод и желание поглотить его. А в чем это проявляется? Неожиданно вам приходит в голову, что с вашими способностями можно даровать душе покоя вместо того, чтобы ее поглощать. Жрец, я могу избавить тебя от мучения и даровать тебе покой, если ты этого хочешь. Правда? Проклятому слуге мертвого бога вечный покой кажется недостижимой мечтой. Но если это в твоих силах, то я молю тебя, даруй мне покой. Согласен. Вечный покой. Покойся с миром, заблудшая душа. Спасибо. Пошел вон.
Увидев, что вы сделали с духом жреца, вокруг вас появляется сразу несколько призраков. Освободи меня! Я тоже страдаю. Даруй мне забвение. Нет, даруй забвение мне. Дитя, смотри. Множество тянется к хранилищу из плоти, которое изгнало жреца. Я здесь, и я все вижу. А вы где, ребят? Что-то это... Что-то как-то... Не это... А, ну вот они, да. Мы должны убить его, пока оно не уничтожило множество, пока нас не постигла та же судьба, что и жреца. Стойте, я поговорю с ним. Дитя, ты хочешь обрести покой так же, как жрец? Ты обладаешь огромной силой, поэтому ты внушаешь уважение множеству. Мы можем помочь друг другу. Ты хочешь попасть на нижний уровень этого хранилища, а мы жаждем освободиться из этой печи, к которой прикованы. Почему только я могу тебя видеть? Ты совместима с множеством, поэтому можешь видеть меня, несмотря на то, что мы еще себя не проявили. Значит, если я выпущу вас, вы дадите мне ключ от ворот. Ключ от нижнего хранилища находится в печи, давным-давно ее спрятал жрец. Впрочем, его нельзя достать, пока не освободятся духи, живущие в печи. Как мне освободить духов? Множество самодовольно и самодостаточно. Некоторые хотят бежать, но другие забились вглубь печи, наотрез отказываются выходить. Под угрозу уничтожения этим духом придется бежать из печи, а после того, как все духи покинут ее, множество снова будет свободно и перестанет быть единым. Так, подожди. Под угрозой уничтожения этим духом придется бежать из печи, а после того, как все духи покинут ее, множество снова будет свободно и перестанет быть единым. Изгнать всех духов в печи, провоцировать духов, сосредоточить свою энергию, пытаться вынудить пробудиться всех духов в печи. Попробуем. Ха-ха, свобода, свобода. Пойдем, дитя, давай найдем мелких тварей, которых мы сможем убить, чтобы стать сильнее и убивать противников посильнее. Спасибо, что освободил нас. Возьми то, что ты ищешь в печи. Ого, 2000. А я правильно поступил или нет, что я их освободил? В хранилище бога мертвых душ вы нашли крематорий. В его печи обитали духи тех, кто был сожжен здесь. Вы использовали свои способности пожирателя, чтобы освободить всех духов. У вас такое чувство, что в дальнейшем это может привести к неприятным последствиям, ведь большинство духов были мощными и злобными. Да? Так, что-то я очкую чутка. Блин. Так, ну я сохранился перед разговором. Подождите-ка, давайте все-таки попробуем загрузиться. Да, отстань. Сейчас. А если попробовать их того... Ну, так сказать, освободить. Пожирать я их не буду. Идти оно лесом. Не буду я кормить эту мразоту, блин, внутри себя. Нормально вообще? Подселили какую-то раковую опухоль. Меч вынули, голод засунули. Что за... В этой женщине... Как это? В этой женщине вообще... Что-то не то в нее вечно пихает, блин. Так. Бомс. Так, я стал жертвой ужасного проклятия, пожирательница духов. Локачи, как наказали, кого здесь сжигали, духи преступников, дитя невиновно продолжить, не было детей продолжить, громилу продолжить. Что за дух? Что такое множество? Что делать? Я отношу тебя как отец к своему взрослому сыну, и дитя уступает. Мне уважение, остальные знают, что они слушаются дитя. Я хочу с ним поговорить. Нет, я запрещаю это, с тобой не буду говорить ни тебя, ни кто-либо другой. Я один знал, что я говорю от его лица. Может, если я поглощу с моей с дитя. Неудача. Худшая судьба. Какая судьба? Другие духи печи, многих из них я сам отправил сюда при жизни. После того, как меня принесли в жертву, тебя защитил меня от множества и сделал одним из множества. Какую жертву ты принес? Вскоре после того, как моего бога Меркула убила мистера, это хранилище взяли... Ага. Ясно, ясно. Дипломатия, ужасные мучения. Продолжить самопожертвование. Продолжить мучение. Продолжить личный покой. Спасибо. Освободился. Так, это мы все читали. Духи молят освобождение. Да, это было. Почему я могу тебя видеть? Дать мне ключ от ворот. Как мне освободить духов? Попробуем вечный покой. Бумс.
Вы направляете свою силу всем находящимся поблизости духам, а также тем, кто скрывается в печи. Тебе не стоило этого делать. Ты уничтожил слабых духов, но сильно остались. И мы восстановим множество, начиная с тебя. То есть они как бы... Слушай, а как эту суперспособность мою применять? Где там у нас это была штука? Ой. Что это со мной? Навыки благословения. Где тут это сверхбабахалка? Вот, эпическое заклинание. Лакомство вампира. Ням-ням-ням-ням-ням. Новый уровень. 1300. 1300. Нормально я жахнул. Могучий удар Оку. Потому что у нас стали сильно остались. Так, подожди, я что-то не въехал. Так, выполнено. Хранилище бога нашли гримату. Вы используете по способности пожиратель, чтобы изгнать всех духов из печи. При этом вы приобрели новую способность духом покоя вместо того, чтобы поглощать их. О как. Так что лучше-то было? А это кто? Великая тень. А, да-да-да, точно. А где она, кстати? Почему я не вижу? Эй, тень, ты где? Тень. Ау. А где она? Голубка, Оку. Тень есть, но тени нет. Какая прелесть. Так подождите, все-таки как лучше-то было? То есть я их фактически... А, это кошка. То есть я их фактически изничтожил. Всех, да? Слабых. И они убежали. В будущем это может привести к проблемам. А так я их типа отправил. Да хрен поймешь, на самом деле. Вот сейчас я просто реально не понимаю, что лучше, оставить их? Типа в будущем это может привести к проблемам. Не, вы знаете, наверное, да, пойдем таким маршрутом. Черт с ним. Так, персонаж, давайте его прокачаем. Что там у нас? А, вот тут влияние, кстати, прописано. Что-то не обращал на это внимание. Интересно. Живучесть. Иди ты нахрен со своей живучестью. Чё пристал, блин? А чё такое живучесть? Напомните. Персонаж темноком, крепкое телосложение за уровень хитпоинт. Нафиг, 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 нафиг. Это полная шляпа. Улучшенный могучий удар. Ростовым щитом. Владение ростовым. Божественная месть. Можете потратить попытку использовать навык знаний нежити. Ага. Божественное сопротивление. Чтобы обеспечить себе соседнику сопротивляемость к холоду. Ага. Божественный щит. Добавить харизма классу защиты. Прикольно. Дополнительное сокрушение. Практикующий заклинатель священник. Уровень колдующего в бронеклассе заклинателя увеличивается на плюс 4. Это было, да. Владение оружием экзотическое. Владение ростовым щитом. Бой с оружием в обеих руках. Тут интересно на самом деле. Расходные обеих руках улучшены. Так. Я на самом деле не знаю, что и взять по-хорошему. Потому что
С одной стороны, у нее сейчас щит и какая-то шняга. Давай-ка мы ростовой щит дадим. У меня же там есть какой-то щит. Вы не можете использовать ростовой щит, не обладая этим навыком. Воины боевых жрецы бесплатно получают навык на первом уровне. То есть, типа, сделать из нее все-таки танка, да, ближе? Ну, давайте. Ладно, давайте попробуем. Черт с ним. Так, теперь. Миша. Так, кот не ори, заколебал и вещей. Так, а где он у нас? Вот. Yes. О, может. Щит зари. Плюс один. Нежить плюс два. Плюс четыре. Плюс четыре, плюс два. Тридцать один. Да, разница, извините меня, есть. Провал заклинанием, да? А что у нас вообще умеет? Ой, блин, а вот так, уйди. Ну так-то много всего, да? Так-то она колдун. Блин, а может нафиг ей тогда этот ростовой щит, простите меня, ни в хрен не впился. Потому что ей лучше тогда действительно оружие дать. Так, понятно. Загружаем. А что за автосейв? Сейчас посмотрим. Ладно, ничего страшного, если что, еще раз эту драку проведу. Но что-то я не хочу их отпускать. Они типа пойдут убивать, еще что-то. Не знаю, так себе идея, по-моему. Тогда в топку этот ростовой щит. Она колдует. Не понял. Хм, ну ладно. Продолжить. Пожирательница Акачи. Преступники, дитя. Угу. Почему тебя сожгли? Так. Угу. Хм. Не, ладно, я все-таки решил, что не буду. Пока, ребятки. Так, стоп. 4-5. Сохранимся. Так, значит, ростовой щит идет лесом, да? Нейтральный, преданный, нейтральный, нейтральный. Может, с ней тоже поговорить надо? Так, тогда бой с оружием в обеих руках, я думаю, я ей дам лучше.
Лучниками она пользоваться умеет, да? В принципе, да. Оружие экзотическое, может быть. Погоди-ка. Сейчас реально. Ну-ка. Открой сумочку. Где у тебя тут коса была? Или я продал? Твою мать, я что продал? Блин. Лажа. Косу-то я продал уже. Косу. Продал. Да? Продал это плохо. Рекомендовано живучесть. Нет, живучесть идет лесом, без разговоров, блин. Тут либо бой вслепую. Бзе нехватка. Нет, это нам точно не надо. Что за рассечение? Если специально убивает противника в ближнем бою, немедленно проводит дополнительную атаку против другого противника. Хм. Прикольно. А рывок что? На 5% быстрее сбивание с ног. Слушай, а может все-таки и тогда что-нибудь из магии делать лучше? Пусть колдует. Действительно. Начинается на 4. Начинаем ближайшего персонажа. Практикующий заклинатель священник. Я не очень понимаю, как это работает. Колдующего. Так. Это точно и не надо. Божественные навыки. Поиск, парирование, оценка, определение заклинаний. Способный ученик. Ага, это я знаю. Самодостаточность. Желание лечения. Забавная тема. Дополнительное сокрушение. Получает использовать способность навык сокрушения дополнительно 2 раза в день. Хм. Святое очищение. Устанавливает количество хитпоинтов. Улучшенное изгнание. Можете изгнать нежить, как будто уровень в классе обеспечен способность на 1 выше, чем на самом деле. Хм. Усиленное изгнание. Можете изгнать больше нежити, чем обычно. Может, а дополнительное сокрушение возьмем? Давайте попробуем, черт с ним. Дополнительное сокрушение. Паладин, отнокупера злого существа. Так, секундочку. Чё-то дополнительное сокрушение, ага. Персонаж. Не, лажа все равно какая-то. Не знаю, мне не нравится то, что я здесь. Не нравится то, что я вижу. Вот это, блин, священники. В этом разбираться нужно, блин, кардинально так. Может, тупо ячейку дополнительную дать? Слушай, ну а что это даст? Одна дополнительная ячейка. У колдуна, по крайней мере, как-то повеселее это все становится. А здесь все равно готовить надо. Так. Книга заклин... Ой, сорян, не ту взял. Солнечный луч, огненная буря, берег от смерти, землетрясение. Хм, язычный враг нежити. Новая
восьмерки что есть. Но здесь я не вижу особого смысла. Нет, какие-то доп. Ячейки и брать. Какие-то доп. Ячейки и брать, ну его нафиг. А что там за улучшенный могучий удар? Позовет он дополнительно. Так и. Проникающе. Ускоренное, усиленное. Нет, это все лесом. Чему что проникающее возьмем просто? Плюс 2 к уровню колдующий при проверках. В конце концов. Почему бы и нет? С другой стороны, божественный щит. Так, на чем она концентрируется? Да, уж застряла тут, конечно, знание. Она концентрируется у нас сейчас на рекомендованных, да, знание определения заклинаний. Знание, что это такое? Знать неизвестный магический предмет. Может, мы лучше будем парирование качать? Определение заклинаний используется для опознания. Ну просто как бы знание-то ей-то нафига. У меня сама умеет. Что-то я тут вообще не обратил внимания. Может, лучше парирование качать? Например, блокировать наносимые врагами удар, проводить контратаки. Знание, да? Дай-ка мы лучше парирование будем качать. Нет, в таком случае, конечно, лучше бой с оружием в обеих руках давать. Просто из магического я прям смотрю, что это фехтование легким оружием. Персонаж с этим навыком искусно владеет рапирой. Если персонаж среднего оружием ближнего боя маленького крошечного размера, так безоружным ударом. С этим оружием или без оружия. После атаки с модификатом в локте вместо силы. Не, ну, блин, лесом. Экзотическое. Меч, два российских бытовых камня, катан и сюрикен. Ну, так себе, честно говоря. Вызов. Темнаком, школе магии, плюс один к классу сложности. Угу. Ладно, давайте ей двуручникой дадим, блин. Что-то я не знаю, короче. За все уже, хватит, надо остановиться уже. Всего хорошего.